Приветствую! С вами Анна, номерной фонд санатория «Лесные озера». Однокомнатный, двухместный, в коттеджик 2-5. Смотрим! Коттедж находится прямо в лесу, среди деревьев. Отдельный вход. Просторная прихожая, вместительный шкаф, место для одежды и обуви. Своя мини-кухня со всем необходимым, микроволновая печь, электрочайник, холодильник, набор посуды. И совмещенный санузел. Как видите, коттедж сделан из натурального бруса. В нем приятный аромат дерева, и жить здесь одно удовольствие. Зона отдыха. Мягкий угловой диван, столик, телевизор. Комфортная двуспальная кровать. Туалетный столик с зеркалом для дам. Особенно приятно панорамное окно. Одно из главных преимуществ коттеджа – это своя отдельная терраса с живописным видом. Здесь можно приятно провести время с чашечкой кофе, с книгой и под пение птиц наслаждаться жизнью. Приветствую, с вами Анна, номерной фонд санатория «Лесные озера», двухместный двухкомнатный люкс, смотрим. Явное преимущество этого номера – две раздельные комнаты – спальня и гостиная. В гостиной удобный мягкий диван, телевизор, столик, своя мини-кухня, холодильник, микроволновая печь, электрочайник и необходимый набор посуды. В спальне ничего лишнего. Комфортная двуспальная кровать, телевизор, туалетный столик с зеркалом. В прихожей вместительный шкаф и совмещенный санузел. И не забываем, явное преимущество проживания в корпусе – это возможность перехода в лечебный корпус, не выходя на улицу. Приветствую, с вами Анна, номерной фонд санатория «Лесные озера», двухкомнатный люкс с джакузи и кондиционером. Смотрим. Этот номер не оставит никого равнодушным. Гостиная, зона отдыха, телевизор, мягкий диван. Для вашего комфортного пребывания номер оборудован кондиционером. Явное преимущество данного номера – это две раздельные комнаты. В спальне ничего лишнего. Туалетный столик с зеркалом, телевизор, комфортная двуспальная кровать. В прихожей вместительный зеркальный шкаф, холодильник и вход в санузел с джакузи.
не забываем, явное преимущество проживания в корпусе – это возможность перехода в лечебный корпус, не выходя на улицу. Приветствую, с вами Анна. Номерной фонд санатория «Лесные озера». Четырехместный, двухкомнатный, в коттедже номер один. Смотрим. Заходя в номер, мы попадаем в первую комнату коттеджа. В этом номере вместо прихожей полноценная жилая комната. Здесь комод, телевизор, необходимый набор посуды. Во второй части комнаты угловой раскладной диван. Пространство позволяет здесь разместиться двоим отдыхающим при проживании вчетвером. Далее попадаем во вторую комнату. Своя мини-кухня со всем необходимым, микроволновая печь, электрочайник, холодильник. Совмещенный санузел с душевой кабиной. Как видите, коттедж сделан из натурального бруса. В нем приятный аромат дерева, и жить здесь одно удовольствие. В зоне отдыха телевизор, журнальный столик, мягкое кресло и вместительный зеркальный шкаф. В спальной зоне туалетный столик с зеркалом, комфортная двуспальная кровать с вечерним освещением и двумя отдельными комодами. Особенно приятно панорамное окно с видом на природу. Приветствую, с вами Анна. Номерной фонд санатория «Лесные озера». Двухместный, однокомнатный, в коттедже 6-7. Смотрим. Отдельно стоящий коттедж с видом на озеро. Пройдемте. В прихожей место для вещей и обуви. Вместительный зеркальный шкаф. Санузел с комфортной кабиной. Мини-кухня с набором посуды, холодильник, микроволновая печь, электрочайник. Далее пространство для отдыха, телевизор, туалетный столик с зеркалом, раскладной диванчик, комфортная двуспальная кровать и, конечно, выход на собственную террасу. Приветствую, с вами Анна, номерной фонд санатория «Лесные озера», двухместный однокомнатный люкс с камином. Смотрим. На огонь можно смотреть бесконечно, но давайте посмотрим сам номер. Удобный раскладной диван, телевизор, такая релакс-зона с камином. В кухонной зоне холодильник, микроволновая печь, электрочайник, необходимый набор посуды, просторный санузел. Душевая кабина с низкой ступенькой и удобная раковина. Спальная зона с шикарной мебелью. Туалетный столик с зеркалом и двухспальная кровать.
И не забываем, явное преимущество проживания в корпусе – это возможность перехода в лечебный корпус, не выходя на улицу. Приветствую, с вами Анна. Номерной фонд санатория «Лесные озера». Двухместный однокомнатный люкс с водопадом. Смотрим. На воду можно смотреть бесконечно, особенно в таком прекрасном номере студии. Раскладной диван, телевизор, релакс-зона с водопадом. В кухонной зоне холодильник, микроволновая печь, чайник, необходимый набор посуды, совмещенный санузел, душевая кабина с низкой ступенькой, и удобная раковина. В спальной зоне туалетный столик с зеркалом и комфортная двуспальная кровать. И помним, одно из преимуществ проживания в корпусе – это возможность перехода в лечебный корпус, не выходя на улицу. Приветствую, с вами Анна. Номерной фонд санатория «Лесные озера». Двухместный стандарт. Смотрим. Двухместный стандартный номер. По международной классификации Twin Room. Все номера выполнены в разных стилях. Здесь есть все необходимое. Две полуторные кровати с ортопедическими матрасами, холодильник, телевизор. В прихожей вместительный зеркальный шкаф и совмещенный санузел. И не забываем, одно из преимуществ проживания в корпусе – это возможность перехода в лечебный корпус, не выходя на улицу. Приветствую, с вами Анна. Номерной фонд санатория «Лесные озера». Одноместный стандарт. Смотрим. С балкона открывается прекрасный вид на внутренний дворик санатория. Заходя в номер, мы попадаем в светлую, уютную комнату. Здесь есть все необходимое – холодильник, телевизор и комфортная двуспальная кровать. Вместительный шкаф для одежды и вещей. Прихожая для верхней одежды и обуви. И совмещенный санузел. И не забываем, одно из преимуществ проживания в корпусе – это возможность перехода в лечебный корпус, не выходя на улицу. Приветствую, с вами Анна. Номерной фонд санатория «Лесные озера». Двухместный двухуровневый люкс. Смотрим.
Просторный двухуровневый номер. Первый уровень – зона отдыха. Мягкие диваны, кресла, телевизор, холодильник, необходимый набор посуды, электрочайник и совмещенный санузел. Ну а второй уровень – это отдельная спальная зона, туалетный столик с зеркалом и комфортная двуспальная кровать. И одно из преимуществ проживания в корпусе – это возможность перехода в лечебный корпус, не выходя на улицу.